работает БПЛА. Ну как ты это сделал? Ну что это? Я не понимаю, как это происходит. Он как будто убивает меня с уроном X2. Я вообще не понимаю, как это. Я его уже крякаю, он начинает стрелять и все равно меня убивает. Чё вообще, как это делает он? Я не понимаю. Научите, пожалуйста. Четвертый ствол. Она хочет четвертый ствол заставить. Ебать, тут еще скорость отдачи. Ой, скорость бега дается. Бля, ну давайте. Я не представляю, как ее сейчас трясти должно. Ее сейчас прям очень сильно должно трясти. Прям дохуя сильно. Так он ничего не дает. Ты про пятый, наверное, ствол, про темп стрельбы. Ручка 19-30 убирает тряску. Есть одна проблема с ручкой 19-30. И заключается эта проблема, знаешь, в чем? В том, что вот эта багнутая рукоять дает скорость перемещения. Бля, ну ладно, давайте. Давайте, хорошо. Мегамобильная сборка. Мегамобильная сборка. Он должен патроны выплевывать за долю секунды просто. Вообще ебанутые. Что это? Ну это типа, это не серьезно. С такой визуальной отдачей на ПК вообще играть невозможно. Ну, типа, вы не сможете этого делать. Понимаете? Не сможете. Потому что вот эта вот тряска вот такая. Ёб твою мать! Противник начинает высадку. У них работает ПЛА. Противник начинает высадку. Охуеть, ее трясет. Идите в новую безопасную зону. Облако газа расширяется. Противник начинает высадку. Чтобы вывести запасы наличности, мы можем устроить засаду. А такое можно контролить, я не знаю. Как вы это собираетесь контролить? Вообще, в здравом уме. Не давайте!
Я бы пошел в магаз, наверное, да? Ёб твою мать! Закончил наведение арены. Я с вами. Безопасная зона сместилась. Запрос принят. Работаю классно. Да ты чё, дурак, блядь? Ты чё тут лежишь? Хватит нахуй! Я запрещаю тебе! Противник начинает высадку. Отметил наш сборный пункт. Запросил разведданные. ППЛА начинает разведку. Ну да, да ты заколебал снайпить! Кек! Я увидела скин и такая, блин, это чё, кек что ли? Реальный кек оказался. Жесть. Кроль, спасибо за арморки. Так. Оставил ей говёшку. Пусть придет за своими пушками. Все, вы там и говорите, что надо за пушками вернуться. Ху-ху-ху-ху!
предпоследний патрончик. Как же, сука, трясет! Бля, скролля, хорош! Ну как ты это сделал? Ну что это? Я не понимаю, как это происходит. Он как будто убивает меня с уроном X2. Я вообще не понимаю, как это. Я его уже крякаю, он начинает стрелять и все равно меня убивает. Чё вообще, как это делает он? Я не понимаю. Научите, пожалуйста. Показывай. Бам! Красиво. Легчайшая просто. Вы в пятерке лучших, но расслабляться рано. Оп-оп-оп-оп-оп. Смотрите. Слушайте, может, у него ППшка какая-то? Сборка на ПП, я не знаю. Ну, прям вообще что-то так стирается. Я вообще в шоке. Научите меня так! Опа, дверь открылась. Тоже услышал. Ниже, ниже. А, нет. Выше он? Что он выше делает? Посмотрите, как... Я выше 30-ки тут не делал на этой карте. О-оу. Жиза. Такая жиза. Меня так просто не убили. Газы расширяются. Закончил. Я еще дышу. На крыше. Ага, увидел. Закончил наведение авиации. Видел, видел его на крыше. А я чё, не мега мобильная? Я тоже мобильная. Давай! Опа! Enemy spotted, давай! Оп! Вышел! Зажал! У него немножко по-другому как-то марка стреляет. У него как будто немножко чуть-чуть другая сборка. Как нужно пальцы так сломать, чтобы играть на геймпазе? Это вообще жесть. Но он вообще красивые флики ставит со снопы экста. Ствол у него другой. Вот я говорю, как будто у него что-то стоит другое, что оно убивает по урону X2. Лучше, чем у меня марка. Опа. Давай, играться сейчас будет. Ой, блин. Ой, блин, ладно. Не получилось. Держи. Сколько он набил? 30-ку в итоге? 31! 31! Здорово! Мне надо тоже 31 набить! Я тоже хочу 31 набить! Алло! Как? Как так сделать?